Я приветствую всех, кто зашел на это видео. Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать в мою компанию Томатомании. Вчера я выложила видео, где я попыталась вам рассказать, вкратце объяснить, каким способом я решила заняться в этом году. Это метод резкий. Ничего не буду об этом говорить, так как столкнулась с какой-то агрессией, непониманием. Прям сквозила какая-то злоба, ненависть даже. Были очень резкие высказывания. Ну что ж, кто чем наполнен, тот и пусть тем и остается. Нам зацикливаться на этом не стоит. Ну а тем, кто нравится танцы с бубнами вокруг наших любимых томатиков, кому интересно какие-то новинки, какие-то новшества, какие-то изменения, то пожалуйста. А если вас интересует этот метод, метод резки, то заходите в Одноклассники, там показывают. И рассказывает Людмила Терехина, которая живет в Ульяновске. Она занимается 10 лет этим методом. Ничего общего с укоренением макушек или пасынков это не имеет. Вот. Там своя технология. Ну, в общем, я не буду говорить, что вчера я пережила и сегодня еще переживаю. А сегодня хочу вам просто показать, с чего я начинаю. Смотрим. Для первого этапа проращивания семян я подготовила 100-граммовые стаканчики, так как сортов у меня много. Я думаю, что это самая удобная такая вот емкость. Подписала на малярный скотч, номер поставила, положила семена, сколько мне нужно. Ну и, конечно же, с расчетом, но мало ли непредвиденные обстоятельства. За сутки сделала азольный раствор из расчета 2 столовые ложки на 1 литр воды. Горячей снеговой воды, но не кипяченой. Отстоялась вот эта жидкость и отслила баночку. Сейчас я буду разливать по чуть-чуть, только чтобы этот зольный раствор прикрывал семена. Не нужно обильно наливать, смачивать. Ну уж как получится, я думаю, хуже не будет. Вот. И оставить на 3 часа в этих стаканчиках. Через 3 часа нужно слить этот зольный раствор. Семена мы пока еще не будем промывать, просто нужно слить. Я подготовила такую вот маленькую ситечко, но мне показалось это неудобным, так как семена проваливаются. Нужно их доставать. Это очень долго, неудобно ложкой. Вот. И я сейчас вам покажу второй способ, на более такой, думаю, лучший и быстрый. Предыдущий способ меня немного, конечно, расстроил. Но сейчас я повеселела, когда в руки взяла шприц, и вот стала уже откачивать небольшое количество жидкости. Если приноровиться, то дело быстро пойдет. Впрочем, так оно у меня впоследствии и было. И сейчас мы приступаем ко второму этапу. Смотрите, сколько выдули семена. Этот раствор я не буду выливать, а пригодится что-нибудь полить цветочки, например. Следующей процедурой для наших подопечных будет раствор марганцовочки. Также делаем ее на снеговой воде, на тепленькой. Замачиваем на 20 минут, также немного наливаем. Потом это все нужно промыть под струей воды. Я прямо из-под крана наливала. Сначала, конечно, у меня возникли трудности тоже с промывкой. Так как я носичкой все выливала, у меня это плохо получалось. Лучше положить сразу салфетку, тряпочку. У меня тряпочки потом оказались, и сразу они промывались на тряпочке. Обыкновенные тряпочки хлопчатобумажные. Сюда буду промывать семена и приступать к следующему этапу. Следующим помощником для хорошего урожая будет у нас участвовать Эпин Экстра. Нужно заметить, что этот препарат должен быть свежим, неиспользованным, не из прошлого года. В общем, все, что было запечатано. И как делаем раствор? Это берем, значит, 100 миллилитров теплой, снова снеговой воды и добавляем 2 капли. Семена укутаны в пеленочки и готовы пролежать так 18 часов в теплом месте. Ничем не нужно закрывать. Если будут подсыхать, то добавлять тоже такого же раствора. Заливать не нужно, просто смочить тряпочки. Прошло 18 часов, и следующий заключительный этап, который продлится сутки, на нижней полке холодильника. Ну а тем временем, пока наша вкуснота и красота закаляется в холодильнике, я приготовила, куда мы будем высевать. Это те же самые стаканчики подписанные. Насыпала дренаж, это керамзит мелкий, и 3-4 сантиметра грунта. Грунт Терравита, грунт суховатый.
Вот сейчас я буду проливать. Это тоже та же самая марганцовка на снеговой воде. Также тепленькая, можно сказать, даже горяченькую налила. И вот сейчас вот посмотрим, сколько нужно. Можно до конца не проливать. Попозже я вам покажу, почему до конца не проливать. Не обязательно делать болото. Ну вот где-то примерно по 3 пшика, я думаю, надо сделать. Может быть, даже и побольше. Так что все вам расскажу и покажу. Еще хочу вам показать, чем же я подписывала свои конвертики-лавашики, как сын сказал. Такой строительный карандаш, можно любым. Очень хорошо держит всякие надписи, не выгорает, не стирается. Вот даже при замачивании. Очень удобно. Я разложила семена по 4 штучки в каждый стаканчик. Где-то по 2. Ну, сколько нужно, столько и кладите. Но не больше 2-3, чтобы они не затеняли. Вот, не было конкуренции за цвет. Да и Людмила тоже советует где-то класть вот через 2 сантиметра. Сверху присыпать примерно 1 сантиметр грунта рыхлого. Немножко прижать. Вот так вот я толкушкой делаю. Тоже, чтобы место оставалось. До края не досыпать грунт. Нам это еще место пригодится. А место нужно нам было для того, чтобы положить маленькие сугробики. Снег будет постепенно таять и заполнять живительной влагой стаканчики. Закрываем пленкой и ставим к батарее в теплое место, у кого какое есть, на 3 суток. Забегая вперед, я скажу, что у меня уже начали сходить первые крючочки, петельки уже к вечеру 2-го дня, чему я очень рада, друзья. Всем пока!